Good afternoon, everyone. My name is Rod Clark Powell. I'm pro-rector for student affairs here at Kimyo International University of Tashkent, the first private university in Uzbekistan and probably the largest private university in Central Asia. Today we have our job market for our students. We're very proud of the opportunities that we can offer them today. We've got some of the top firms here from Tashkent and Uzbekistan, and we have some of the best students in Uzbekistan. So we know this is going to be a great event, and we're thankful that you can also participate from a distance. Будущее Узбекистана, вообще страны, напрямую зависит от молодых, амбициозных кадров. И университет Кимьо является локомотивом в этом направлении, является первым частным вузом, и мы внедряем все новейшие технологии в наш образовательный процесс. Мы проводим эту ярмарку в целях трудоустройства и чтобы наши выпускники находили свое место в обществе. Главное достижение и вообще результат университета – это успех его выпускников. Здравствуйте, меня зовут Сарвар, и я являюсь студентом второго курса медицинского направления. Скажу вам как студент честно, что за эти два года я еще ни разу не пожалел, что я поступил именно в этот университет Кимьо в Ташкенте. Так как университет делает все возможное, в чем только может нуждаться студент, для его дальнейшего развития. И это дало мне возможность получить опыт в работе как с нашими местными врачами и хирургами, так и с хирургами за границей. И основная цель – это свести работодателей и кандидатов на работу, чтобы они здесь непосредственно пообщались и отобрали самых лучших, талантливых студентов. Сейчас у нас около 100 партнеров местных и международных, которые имеют свой филиал в Ташкенте. Около 50 компаний на сегодняшний день сегодня участвуют в ярмарке вакансий. Это Humo Air, Huawei, Технопарк, Capital Bank и так далее. IT-направление в нашем университете обучает не только сфере IT-программирования, но и другие. То есть и software, и hardware. Совместно и программами обеспечиваем, мы обучаем студентов также и другими коммуникационными. И мы организовали такой конкурс, чтобы студенты показали себя, проявили себя, что они подготовили, чтобы все увидели, что не просто так они здесь проходят, учатся и развиваются. Вот, в нашем проекте сейчас в данный момент обязательно, вот, как вы можете посмотреть, узнать, ознакомиться с нашим проектом. Студенты сами с нуля подготовились, разработали программное обеспечение, и которое действует наши, востребованы в данный момент, и других сферах, которые помогают облегчать людям их дела. Победителем конкурса руководство решило проспонсировать их проекты и поддержать им будущее для развития дальше, их карьерный рост.